Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл. Игра 7 Days to Die. Так, что взять-то? Давайте возьмем гранатомет. У меня тут несколько ракет было особенных. Сразу зарядим их. Интересно посмотреть, что это за рокеты. Это ракеты какие-то. Rocket Ammo. В общем, второй тип ракет, друзья. Вообще-то в этом моде еще много чем можно позаниматься. Вот реально, если так уж коснуться его. Очень интересный. Возможно, я его даже и продолжу. Но кому-то будет интересно посмотреть, кому-то будет неинтересно посмотреть. Потому что новая версия все-таки игры к этому моменту выйдет. Я не знаю, друзья. Мне вот этот мод, вот это вот все пока очень крайне устраивает. Просто... абсолютно устраивает, и я как-то не жалуюсь даже. Зарядили. А, он заряжен уже этими патронами, я просто не пользовался. Ясненько. Посмотрим, кто к нам с Орды придет, но... почему я играю в этот мод? Почему он так долго у меня пошел? Это, во-первых, проверка монетизации Ютуба. Это раз. Ну, это не основная причина. На самом деле... в этой игре нет сюжета. Но благодаря этому моду в игре, которая нет сюжета, он появился. То есть здесь есть смысл развиваться. Здесь есть смысл, вдруг резко неожиданно, путешествовать по ночам. Фармить зомбей. Смотреть что да как, чему, почем. Очень, друзья, очень-очень много интересного. Вот это мне моде в первую очередь зацепило. Ну и то, что я смог здесь все сделать Reinforced Steel, я, как видите, сейчас тени вырубил. Потому что с тенями, к сожалению, как ни крути, лагает. Я уж не знаю с этим, что делать. Компьютер у меня абсолютно не слабый. Он игры подобного жанра вообще, ну, тащит без каких-либо проблем. Но вот здесь вот как бы вот он плавно слишком двигается. Ну, чувствуется заторможенность. Хотя это терпимо, но все-таки. Ладно, пошли на улицу. Смотреть, кто к нам придет в этот раз. Посмотрим мы это с башенки, потом спустимся вниз и попинаем зомби. Видите, я двери даже поставил. Да-да-да, я поставил наконец-то двери. Так, вот это вообще-то вы надо безобразие убрать вообще. Было бы неплохо. Не придумал, что я здесь поставить. И, кстати говоря, я, кажется, забыл спальник воткнуть, да? Молодец. Откуда там зомбики побегут? Будет ли их отсюда видно? Вот что мне интересно. Да, насчет кровати, конечно, я прогадал очень сильно. Надо сейчас буду сбегать, не забыть ее поставить. Смотрим, что зад к нам там придет. Возьмем еще патрошек, будем подзаряжать. Ну, вообще, да, интересно, конечно, очень сильно. Ярду полутаю не на запись. Потому что, возможно, это будет последняя серия, как я повторюсь, друзья мои, сезона. Возможно. Но я еще, вероятно, тут поиграю в этой версии. Непонятно пока с Ютубом, что творится по поводу этой игры. О! Где? А, о, пошли турельки. Но тут видимость, конечно, через эти стекла оставляет желать лучшего. Ладно, пусть они там пока разбираются. Все-таки надо поближе подойти, чтобы было хотя бы поинтересней. Видимость была получше. Хотя... погоди-ка. А если отсюда так посмотреть? А, ну-ка, ну... а я если тени отключу? Стоп. Вот это мне стало интересно. Как-то это хоть... поправит положение. А, нифига не поправляет. Ну ладно. Не поправляет, так не поправляет. Тени потом включу. Мне в домике бегать с тенями это сущий ад. Слишком плавно двигается все. Как будто не знаю, как будто тут размытие за размытием идет. Пусть там пока стреляет турель. Мне вообще интересно, смогут ли зомбики пробиться и через сколько. Ну то, что они пробиться смогут, это гадалки не ходи. Вопрос, через сколько. И спальник.
Мне нужен, блин, спальник. Хорошо бы его сейчас найти, вот он. О, слушайте, а без теней-то вообще игра хорошо работает. Даже мне это удивляет немножечко. Ох, как там их жарит-то. Я это слышу. Просто жесть. Да, вот дверь надо закрывать вообще-то. По-хорошему-то. Да и по-плохому тоже. Здесь я немножко переделал. Это я буду переоборудовать все. О-о-о, зомби-коп, зомби-коп. Слушайте, жарятся-то они здесь хорошо. Они не тормозят даже, друзья. То есть они из-за своей бешеной скорости, смотрите, они пролетают это нафиг. Вот как они будут пробивать оборону. Мне про это писали? Ох, сколько их тут, ёбушки, матрёшки. Это жесть. Вояк-то сколько, ё. А вот это, блин, опасно, кстати. Суровенько, суровенько. Так, патроны еще есть, держимся. Не, нормально урабатываются все. А, как сказать, нормально. Ну, блин, охренеть можно. Так, ребят, вы там жаритесь, молодцы, давайте сюда. Куда ты там ручками-то своими размахиваешь? Ох ты, сколько зомби-копов, друзья. Ёшкин ты, матрёшкин. Да, тут никакая нафиг оборона не выдержит. Ох, зеленых огоньков-то сколько в небе. Сколько их тут на земле. Жесть. Блин, а самый умный, что ли? Так, ребят, сюда-сюда, давайте идем. Тут, смотрите, сколько мест. Ребята! Слышь ты, некультурный. Все, он готов. Не, ну смотрите, получается как. Они здесь задерживаются, основные группы. Пинают, тут пытаются попинать забор. А в это время мы спокойно урабатываем вот этих вот полицейских, точнее, турельки. А что, оптимальное решение проблемы? Могу я вам очевидно сказать. Ну, не скажу, что так она супер стреляет, но да ладно. Куда ты забрался? Ох, партизан-то какой. Мужчина, стоять. Не, вообще вот это вот мне уже нравится, друзья. Вот в эту игру, да, в эту версию игры, не знаю, но, наверное, я еще немножко поиграю и немножко поснимаю. Вы меня уж простите, но мне нравится. Вот это вот реально мне нравится. То есть я еще не достиг даже 200 уровня. И здесь есть смысл реально играть. Насчет турели, конечно, я прогадал. Лучше сделать, чтобы она вот туда устреляла. Что там, прорыв, что ли, пошел? Да ладно. Не должно быть здесь прорыва. Такая оборона жесткая. Ого. Погоди, а как это так? Менты, что ли, взрываются? Да ладно вам. Вы чего там, ребята, вытворяете? О, прорыв какой идет хороший-то.
Ну да, здесь, конечно, не доработал. Я собираюсь здесь еще угловые блоки сделать. Для того, чтобы на мопеде можно было выезжать, вот, заезжать спокойно. Ну ладно, будем их ждать, друзья мои, здесь. Понятно все. Блин, долбаные турели. Они пытаются стрелять сквозь стены. Ай, блин. Мне про это писали. Эй, залазь давай. Да, турельки, конечно, тупят по-жесткому. Ну. Так, стоп. 5 FPS-ка падает. Пошли, короче, юниты, которые лагучие. Вот единственное, что мне не нравится, так это вот эти вот лагучие юниты. Все. Все, отпустила. Как по-вашему, прорвутся, не прорвутся? Не, ну турельки оптимизированы. Мне что-то писали, что здесь много турелей, это будет ад, у вас игра повесится. На движке Unity сделан арк, друзья мои. Объясню попроще. Там количество турелей, ну, играет роль только вот эти вот циферки. Вот они, да, немножко вызывают небольшие лаги. А так-то все в порядке. Да, это турель стреляет просто. Я понял. Ух, как вас здесь много-то. Давайте ракетку проверим. Японский бог. Вот это была глупость. Эй, Настя, ракетка у меня тут. Шмальнул. От этого как-то я не ожидал. Так, понятно, этими ракетами лучше вообще не пользоваться. Даже на бетоне. Это была ошибка. Возможно, фатальная. Возможно, нет. Посмотрим. Видите, как долго их убивает. И они бегают практически спокойно. Их еле-еле тормозит здесь. Это, конечно, жестко. Это какую оборону надо реально делать, чтобы хотя бы их убивало здесь? А, опять начинается. И какие юниты у нас здесь респятся? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас сразу это пресечем, чтобы не было лагов. Вылечилось? Вылечилось. Че, зато игра без лагов, друзья. Наблюдаем, смотрим, любуемся. У меня что-то такое впечатление, будто тут уже патроны начали заканчиваться. Ага. Так, на некоторые тогда положим патрошек. Штукаря должно, по идее, хватать. Патронов очень много уходит. И мне нравится то, что здесь вот вы патроны сделали, то есть здесь нет такого-то, что... То патронов не хватает, то вам приходится десятками часов реально, вот кто играл, тут знает, бегать эти машины лутать, потому что бронзы не хватает. Либо от орды прятаться. Здесь у вас есть возможность и патроны сделать, и турельки сделать. Короче, жить по последнему слову техники. То есть ваши труды, как бы, они вознаграждаются в соответствии с уровнем. Экономический, это, экологический двигатель мопеда только чего стоит. Я, слушайте, я поражаюсь просто. На одном баке так долго ездить я не ожидал, что такое вообще, в принципе, возможно. Ну, такое возможно. Я тебе не мешаю. Закрыто же. Разорался он здесь. Впустите, впустите, не впущу. Хрена себе. И подруги что, еще обладают какими-то уникальными способностями? Я что-то как-то не понял. Забавно. Так, надо за патрушками сходить. Патронов, да, вот уходит. Это звездец какое количество. В этом должен я признаться. Та-та-та-рам-та-рам-та-рам. И патрушки мы берем. Ну, считайте, почти пол ящика патронов я израсходовал. Вот и жесть.
Вот так вот возьмем. Должно, по идее, этого хватить. Дверки за собой лучше, конечно, закрывать. Потому что внутри, возможно, нас встречать будут, да? Что, берем автоматику руки, зубы, куда там угодно берем его и пошли. И, походу, ко мне тут... Ой-ой-ой-ой-ой, да ладно вам. Нет, не прокопались. Эта ракета, конечно, хорошая тема, но ей, походу, только копать. Потому что снесла она, конечно, тут и бетон. Мне плюс добавок ко всему. Дверь-то хоть целая, но все штуки мне не очень это нравится. Ну, так, ну здесь еще патрошки есть, это хорошо. Держимся, как говорится. Здесь нету, не держимся нифига. Теперь будем держаться. А здесь они заканчиваются, и то яростно заканчиваются. Ни хрена себе. Считайте, под непрерывным огнем бегаем. Но вручную от этой орды бегать я манал, друзья. Это какой-то звездец. Ну его нафиг. Не хочу повторять больше этот подвиг, если честно. Но турели явно надо больше, да? Это как раза в два еще, да? Но я не знаю, это тогда... Не, вообще это потянет, потому что здесь респится, друзья мои, в этом моде машина респится. То есть здесь проблем с аккумуляторами, проблем с бронзой, если бы я знал, ее быть не может. Ну, как бы может, потому что бронза на самом деле не так-то и много падает. Но все-таки сам факт респа машин, респаун машин, это я нигде ни в одном моде за все свое время этой игры не видел. Что-то боссов, я смотрю, вообще не приходит, да, в принципе. Как тебе? Нравится? Ну, я рад за тебя. Просто все трупами усеяно. Поле, да? Поле трупов. Бородинская ядрит налево битва. Вот смотрите, это просто какой-то сферичный звездец, друзья. О, опять подлаги. Сейчас вылечим. Сейчас мы это вылечим. Давай, давай, давай. Options. Видео. Успел вроде бы. А, это не то вообще. Это не то. Лот дистанция. Так, эпи давай. До 70 сокращу. И все. Угомонилось. Молодец. Вот так вот эпи еще раз. И у нас все хорошо. Продолжаем бегать и смотреть. Наблюдать за всем этим происходящим. Даже можно, кстати говоря, немного гамму сделать, да? Давайте сделаем, чтобы посмотреть, что за ад здесь вообще творится. Давайте на полную гамму, хрен ты с ней. Японский ты городовой. Вы посмотрите, сколько здесь всего. Вот видите, они появляются, вот эти вот новенькие, походу, дело глючит. Я просто не знаю. Мне написал этот один из разработчиков этих моделей, что там нужна определенная гамма, чтобы их нормально видеть и не было таких пролагов. Я вот что-то как-то не мог понять, какая там гамма нужна. То есть по свою видеокарту, походу, нужна своя гамма. Но это, извините меня, немножко дурдом. Не, ну это звездец, друзья, это звездец. Вы смотрите, они бегут и бегут. Это кошмар. А ты там что расходился? О-хо-хо-хо-хо-хо. Это жесть. Это просто тупая жесть. Ни хрена ниоткуда респится. Да, недалеко респится, я вам скажу. Куда бежишь? Ну-ка. Жесть, смотрите, это какой кошмар-то. Это просто долбанный нескончаемый поток. А кукурузу забыл убрать. А, вот откуда они сбираются. Вот по этой фигне, я понял. Не, а почему? Погоди, их электричество должно же было пришибать просто. Ну ладно.
О, вот это я понимаю. Адовое зрелище. Адовое побоище, друзья. Красиво, красиво, просто реально красиво. Ну, косяки с гаммой, конечно, есть косяки с гаммой. Ух ты ж, ёшкин ты матрёшкин. Сколько здесь для лутания всего. Это просто абзац. Так, я не знаю, давайте я еще немножко турельки убавлю. Без понятия, сильно громко, не сильно. Я их вот вообще еле-еле слышу, друзья, вот реально. Если, конечно, вы меня не слышали до этого, вы уж меня извините, но вот с турельками, со звуками в этой игре явно что-то надо как-то делать поинтереснее. Офигеть просто, откуда они бегут. Просто реально офигеть. Не, ну вот судя по качеству записи, сейчас смотрю, в общем-то, у меня на половине воспроизведения, а громкость голоса идет дальше этой половины. То есть, я не знаю, по идее должно быть нормально, слышно? Жесть. И они продолжают все бежать. Ребят, может хорошая? А что-то мне патроны заканчиваются опять. Но я еще правда наделаю, не проблема. Будет такие, знаете, серии. Здравствуйте из прошлого. Мы снимаем версию игры. Там 16.4, а уже вышла там время версия 18.0. 18.0 версия обещает, кстати, по идее, быть окончательный, вследствие того, что YouTube начал закрывать монетизацию большинству, как я вам говорил, игроков. Вероятно, вследствие этого, друзья, 17-я версия будет последней. Потому что многие, как кто не в курсе, хотели ту же самую фишку провернуть, ребята, вот эти вот разработчики. Типа, мы выпускаем новую альфу, ее показывают ютуберы. Набирают себе подписчиков, набирают себе просмотров, говорят нам спасибо, целуют нас во всякие места, а мы хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Потом выпускаем эту альфу, и все хорошо. Многие ютуберы уже на данный момент, если кто не в курсе, сейчас месяц февраль, многие ютуберы, друзья мои, отказались уже эту игру снимать. Вследствие того, то, что она лишает монетизации их каналы. Так что, кто эту игру будет снимать, я не знаю, но сомневаюсь, что такие более-менее умные ютуберы побегут ее, спотыкаясь, как думают разработчики, снимать. Они сами запороли. Это их проблема, по большей части. Так что, посмотрим, что с этого получится. Давайте посмотрим. Во-первых, смогли они мне что-нибудь тут конкретно порушить. Конечно, с этой ракеты я прогадал. Блин, хорошо, хоть не начал палить в разные стороны. Сейчас у меня тут бы это... Кротовая война началась, реально. Вообще бы зданица не помешало доделать. Конкретненько так доделать. Но дверь они снести не смогли. Дверь не по зубам оказалась. Ни хрена она вкопала. Да уж. Не, ракета, конечно, мощная, согласен, всех убила, но вкопала она, конечно, это звездец какой-то. Простите и забудьте, называется. Вот как-то так, друзья. Что ж, я тут пока полутаю, побегаю, опять косточки пособираю. Как видите, здесь до хрена чего лутать, собирать. Это просто... А, это адовая фигня. Вот так вот выглядит моя крепость ночью. Этот шпиль идеально виден. Я этого старался, этого добивался. И вот смотрите, как красиво получилось. Всем удачи. Всем пока. Надеюсь, мы увидимся еще в новой версии.